Здравствуйте, Овны! Сегодня мы сделаем вам краткий такой прогнозик на какую-то ситуацию, произошедшую с вами в этом году и требующую разрешения. Потому что вопрос звучит так. Какой совет вам хотят дать Тары в уходящем году? Давайте посмотрим по трем картам. Семерочка кубков. Рыцарь кубков. Ну, одни кубки у вас, Овны. И башня. Тройка пентаклей. Ну, смотрите. Ну, во-первых, конечно, основа ситуации обучения. То есть та ситуация, которая с вами сейчас происходит, или произошла уже, или требует какого-то разрешения, она направлена на ваше обучение. Обучение, это может быть, знаете, как в прямом понимании, так и в том смысле, что вы с помощью данной ситуации можете как-то, ну, духовно вырасти даже, а также, возможно, оно вам, эта ситуация вам даст какой-то опыт в дальнейшем, который поможет вам. Вот видите, у нас тут прямо открывается карта, да, дальнейшая императрица. Но тут, конечно, возможно, что-то связано с семейным каким-то положением. Тройка жезлов, какой-то выбор, возможно, да, у вас есть, может быть, вы действительно что-то выбираете. Смотрите, по ситуации, да, конкретно, что хотят сказать карты. Семерка кубков – это карта у нас иллюзорности, восприятия. То есть, как бы вам сейчас ни казалось, что вы прям все видите, вот как оно есть, скорее всего, вы заблуждаетесь. То есть, есть какие-то вещи, о которых вы, может быть, сейчас не в силах как-то даже прояснить для себя, которые вы не в силах прояснить для себя. По причине того, что, ну, может быть, слишком сильная эмоциональная включенность. Может быть, вы кого-то любите действительно. Либо это может быть какая-то ситуация, связана так или иначе с вашими эмоциями, где вы, ну, не в силах с собой совладать. Рыцарь кубков в серединке, да, у нас здесь расклада лежит. По сути, он может означать как какие-то события, которые в вашу жизнь придут, так и конкретного человека. Вот для девочек, да, для девушек, женщин у нас это может быть конкретный мужчина, который к вам со своими чувствами, да, так скажем, располагает, да, к вам своими чувствами, может быть, стремится как-то их выразить, может быть, к вам приходит, да, каким-то образом, но так или иначе, понимаете, по семерке кубков вы не знаете, чем, как эта ситуация разрешится, да, или что карты вас предостерегают. Они говорят о том, что, возможно, этот человек не настолько надежен или не настолько оправдает ваши ожидания, как бы вам хотелось, как бы вы его, может быть, не любили даже, да, это может быть не только мужчина, поймите, да, это может быть и сын для кого-то, и брат там, да, и то есть, ну, это могут быть раз, могут быть просто событийная какая-то линия, которая связана с тем, что вас трогает, что вас задевает, что даст вам какой-то новый опыт взаимоотношений. И, по сути, эта ситуация, скорее всего, разрешится каким-то очень быстрым и очень, ну, не самым благоприятным итогом. Потому что башня, это, конечно, всегда, как, знаете, больно падать на землю с небес. Вот. Ну, давайте посмотрим еще, да, конкретно. Тут, конечно, общий расклад. Вы тоже поймите, что королева жезлов. Ну да, понимаете, здесь, конечно, будет какое-то... Как вам сказать, вы как жезловая масть, здесь слишком много кубков у нас, да, и пока в конце будет какой-то вердикт, такое решение, да, принято. И вот тогда вы вернетесь в свое состояние жезловости такое, понимаете, потому что большинство смотрит, конечно, женщины, и королева жезлов говорит, что вы вернетесь в свою стихию, то есть будете опять на коне, вы будете все понимать, вы будете ясно видеть ситуацию, возможно, вам помогут даже в этом, да, но так или иначе, что какая-то есть у вас ситуация, которая вас трогает настолько, что вы немножечко даже где-то, может быть, себя теряете, да, потому что, ну, вот как-то не в своей стихии находитесь. В любом случае, я вам желаю прояснить все это. Я желаю вам, пусть это будет и болезненный итог, но этот итог у вас с вами все же произойдет, потому что карты об этом говорят. Будьте к этому готовы, если у вас есть какие-то непонятные отношения, либо отношения, которые вас задевают, трогают, печалят, может быть, даже, да, не дают вам какой-то определенности, то они, скорее всего, подойдут к какому-то концу, и для вас это будет как преимущество. То есть, возможно, вы пострадаете, но в дальнейшем вы будете на коне. То есть, королева жезлов – это карта прекрасная. Для тех, кто мужчина, появится такая женщина достойная его. Для тех, кто женщина, вы войдете в свою
стезю, так скажем, на свое законное положение, потому что в данной ситуации, что карты говорят, вы пребываете как-то несколько не в своей стихии, не в своей роли. Вот, спасибо вам всем большое за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мои другие соцсети. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего Нового года. Спасибо.